Давай. Слушайте, вот ментовки, я понял, актеров любят. Это престижная профессия, потому что народу нужно видеть национальный себя на экране. Сейчас тебя любят, а через секунду нахер пошлют. Нас любят, пока у всех все хорошо. А когда людям плохо, а скоро всем станет очень плохо, мы должны будем лопнуть, как лопаются мыльные пузыри. О, все, началось. Алекс, все, тебе больше не наливаем. А вы знаете, что актеров не хоронили на церковном кладбище? Да потому что хоронить было нечего. Они сгорали на подмостках в адском плане. Вон, алкоголя. Алик. Ребята, чему вы радуетесь? Я не понимаю. Вы понимаете, что не будет больше кино в этой стране? Будут 2 фильма в год на государственные деньги. Патриотическая, тошнотворная ерунда, типа вот этого вашего Порт-Артура. И люди, которым не хватит места в ваших Порт-Артурах, должны будут сниматься в таком сериальном говне, что за него деньги брать стыдно. Да что вы зациклились на этих деньгах?